В Беломорске инспекторы ДПС вытащили из реки тонущую девушку. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МВД по Карелии. В ночь на 25 января во время патрулирования инспекторы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев заметили автомобиль с включенным аварийным сигналом, стоявший у моста через реку Вык. Водитель рассказал, что на его глазах в ледяную воду с моста спрыгнула девушка. Подбежав к перилам, стражи порядка увидели молодую женщину, которая пыталась выбраться из воды, цепляясь за кромку льда. Они бросились на помощь утопающей и вытащили ее из реки. Инспекторы донесли девушку на руках в патрульную машину и вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о поощрении лейтенантов Владимира Ларина и Игоря Савинцева.